самый момент, где вот сейчас проходит операция, просто тоже помолиться о его здравии, раб Божий сердце. Давайте мы помолимся, чтобы Господь восстановил от одра болезни нашего всеми уважаемого и любимого владыки Филарета и раба Божьего Сергия, чтобы операция у него прошла успешно. Господу помолимся. Владыка Вседержителю, святый царю, наказуя и не умерщвляя, утверждая не падающие и возводяя неизверженные. Телесный человек от скорби исправляет. Молимся тебе, Боже наш, и раба твоего болящего митрополита Филарета, и раба Божьего Сергия, немощствующий посети милостью твоею. Прости всякие согрешения, вольные и невольные. Ей, Господи, врачебную твою силу с небеси не спасли, прикоснись к телеси, угаси огневицу, укроти страх и всякую немощь стоящуюся. Буди врач рабов твоих, болящего митрополита Филарета, болящего Сергия, возгликни их от одра болезненного и от ложа ослабления, цело и все совершенно. Даруй их церкви твоей, подугождающей и творящей волю твою. Твоего есть же миловать и спасательный Боже наш, и тебе славу воссылает, Отцу и Сыну и Святому Духу.